Уважаемые мои подписчики канала YouTube и ТикТока. Сегодня я вам даю очень хороший рецепт, как отмыть посуду очень хорошо после праздников. Для этого есть очень хорошее, не то слово хорошее, шикарное средство. Здесь у меня 2 чайных ложки питьевой соды. И добавляю 2 чайных ложки перекиси водорода. Перекись водорода вот такая, смотрите. 3%. И еще чайную ложечку. Да, если переборщить, ничего страшного. Значит, вот так вот разводим. И добавляем также, я прям на глаз, вот, 2 чайных ложечки, вот так вот, вот. Вот так вот размешивайте. Вот так вот. И полностью чистите все. Раковину в ванной. Посуду, фарфор, ложки, чашки, фужеры, бокалы после чая, мультиварку я вот чищу ей тоже. Вот. Вот так вот ее обмазываю, вот прям мультиварку кисточкой, вот так вот. И оставляю ее где-то примерно минут на 10, вот так вот оставляю ее, чтобы она, как бы сказать, блестела, вот мультиварка. О, вот так вот. Я ее всегда мою после праздника, потому что варю много. У меня в основном я и готовлю в мультиварке. То есть она, как бы сказать, у меня единственная. Вот, удобства у меня нет. Вот такое вот шикарнейшее средство. Вот такие вот бокалы из-под вина. Вот мою я их. Вот. Кружки вот такие вот. 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 Мою все. Это средство просто универсальное. Оно для всего. Для всего. Для бокалов таких фарфоровых, как правильно назвать, фарфоровых. Кафель, холодильник я вот мою, двери мою. Все мою этим средством. Отмывает просто шикарно. Просто шикарно. Это вот бокал был весь, кофе я пила, он весь коричневый. Потому что какой мы кофе пьем? Растворимый? Вот. Весь. Вот. Сейчас вот я еще разок его пройду. Вот, потому что я долго не пользовалась этим средством, но средство просто шикарное. У меня есть тоже ролик там в ТикТоке, значит, увидите, там найдете, если заходите, ролик. Там я мыла и раковину, в общем, такую вот, как их называют они, нержавейки, да, нержавейки. Отмывает просто на улет, просто все блестит, друзья мои. Подписывайтесь на ТикТок и очень вас прошу подписаться на YouTube канал, потому что больше я буду выкладывать роликов таких вот с рецептами разных, это на YouTube канале. Я вас очень-очень прошу меня поддержать. Ссылка есть в шапке профиля. Сейчас, значит, я помою и покажу вам уже результат. Вот, друзья мои, вот такой вот чистый, как новый бокальчик, получается с одного раза. То есть вы можете пройти не один раз, два раза. Вот некоторые вещи бывают так, что загрязненные я и два раза намазываю. Всем пока-пока. Всех жду у себя на YouTube-канале.